Реорганизация управления муниципального контроля была проведена в мае этого года. Мы не так давно с вами встречались, я представляла новую службу, или даже, скажем, служба была, но в новом качестве. И сегодня у нас вот первый отчет. Первый отчет о проделанной работе. Они работают с мая в новом составе и с новыми полномочиями и поручениями. Сформировано новое подразделение – отдел обеспечения соблюдения правил благоустройства. Созданы 7 мобильных групп, за каждой из которых закреплена своя территория – город и сельские округа. Дам отчет не только о проделанной работе нового нашего созданного отдела по благоустройству, я также вам расскажу еще о других отделах, которые есть в нашем управлении. Наше управление состоит из трех отделов. Отдел муниципального земельного контроля, отдел обеспечения соблюдения правил благоустройства и отдел информационного обеспечения. Сотрудники управления ведут ежедневный мониторинг территории города-курорта, следят за соблюдением правил благоустройства и санитарного порядка, выявляют самовольно возведенные строения. Основная цель – профилактика. Нарушителей предупреждают и дают время для устранения недочетов. К тем, кто не слышит и не желает выполнять требования закона, применяют меры воздействия. Так, например, Анапу освобождают от самовольно установленных некапитальных объектов. 37 таких уже демонтировано. 13 сооружений владельцы убрали сами. Специалисты отдела муниципального земельного контроля провели 144 проверки, 83 плановые и 61 внеплановую. Особое внимание соблюдению земельного законодательства. По результатам проведенных проверок выявлено 53 нарушения в виде самовольного занятия земельного участка. Например, как садовая 26, материалы, направленные в Росреестр, собственник привлечен к ответственности. Спортивная 10. Материалы направлены в управление Росреестра. Также собственники привлечены к административной ответственности. Все собранные в ходе мониторинга данные систематизируются отделом информационного обеспечения, а затем размещаются на официальном сайте администрации курорта с фотографиями и описанием объектов. В настоящее время на интернет-страницах 101 самострой. Жители и гости Анапы в любой момент могут обратиться к этому списку, чтобы обезопасить себя от вложения средств в самострой. Большую помощь сотрудникам службы оказывают представители территориальных органов самоуправления. Выявляют нарушений и сообщают в управление. Работу вы делаете большую. 27 мая вас представили нам. Сегодня вы уже отчитываете. Это очень короткий период, а сделано очень много. За 2 месяца сделано немало. С 1 января по 7 мая этого года за несоблюдение правил благоустройства составлено 53 протокола. С момента укомплектования отдела выписано более 300 извещений. Хорошее начало положено, впереди еще много работы. Порядка на курорте можно добиться только сообща и ежедневным кропотливым трудом.